Как запустить сердце? Сердце запускаем вследствие того, что запускаем его с помощью средств. Это окружение, Творец, которых человек пробуждает. Все. Ты знаешь, есть такие игрушки, когда ты заводишь их ключиком, как там называется, ключ там, выключатель. Пружинка, да. Ты ее заводишь, и тогда этот кролик прыгает. И мы так должны сделать, и тогда сможем подпрыгнуть. Но я не могу достать эту пружину, это у меня на спине. Ну, попроси, это правильно, попроси у товарищей. Обратись к ним и скажи им, что ты ждешь от них, чтобы они завели тебя. Я могу запустить товарищей, закрутить им эту пружину. Завести их, да, запустить, человек да поможет ближнему. Но ведь я не творец, у меня нет возможности. Повернуть желание товарища ты можешь. Каждый ответственен за желание товарища. За свое желание нет. За желание товарища, да. Ты можешь тысячу раз, ты уже это делал, когда давал себе всевозможные обещания. Буквально, что ты будешь хорошим ребенком, что ты будешь человеком правильным. И что происходит, как обычно, как мы и видим тебя, да. Хотя тысячу раз ты уже принимал решение, почему же это не сработало? Потому что ты себе ничего не можешь сделать, ты не хозяин себе. Поверни то место, где можно задействовать твое сердце к товарищам, и увидишь, насколько это будет работать.